Друзья, всем привет! И в этом видео я хотел бы затронуть такую тему, как системное образование. Сам закончил 9 классов и сразу же пошел зарабатывать деньги, то есть искать какие-то возможности, какие-то инструменты, применить свои навыки, применить свои знания. Но знаний никаких не было, чем я буду заниматься, и с этого мой путь поиска себя и начался. Самое интересное, что в этом системном образовании ни в школе, ни в институте не учат, первое, как правильно питаться, как следить за своим здоровьем, не учат межличностным отношениям, не учат любить, не учат, как зарабатывать деньги, как создавать активы. Ну, практически вообще ничему не учат, а заставляют запоминать. В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. Если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Иоганн Гёте. Страдания юного Вертера. Системное образование – это уже прошлый век. И, как я уже сказал, вот это системное образование – это как конвейер рабов. В условиях резкого повышения эффективности производства не сокращается продолжительность рабочего дня. А для того, чтобы сводить концы с концами и сохранить потребительский статус, людям приходится работать все больше и больше. То есть людей обучают тому, чтобы работать за деньги. Чтобы исключить конкуренцию в сфере управления, у обычного благонамеренного человека не должно быть времени на самообразование и воспитание подрастающих поколений, что приводит к скрытому рабовладению, которое может им ощущаться, но не всегда осознаваться. Поэтому в сложившейся экономической системе трудовое большинство работает на удовлетворение потребностей паразитирующего меньшинства, так называемой элиты. С точки зрения рабовладельцев, для того, чтобы человек все время был занят выживанием, а не достижением цели, ради которых он появился на свет, необходимо: первое. Не сокращать продолжительность рабочего дня. Второе. Не допускать роста покупательной способности денежной единицы. Третье. Поддерживать в обществе воспроизводство деградационно-паразитических потребностей для того, чтобы утилизировать высвободившееся время и творческий потенциал людей. Четвертое. Вовремя избавляться от негодных и неугодных элементов общества. То есть там людей не обучают делать так, чтобы деньги делали деньги. Не обучают выявлять свои навыки и способности для того, чтобы их применить. То есть человека затачивают для того, чтобы быть шестеренкой в большом механизме. Что человек тратит очень-очень много времени. Матрица – это система. Система и есть наш враг. Но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь? Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг. Обычных людей, чей разум мы и спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность. А многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее.